с изображением бывшего генерального прокурора Скуратова. Я думаю, что Дума оказалась в дурацком положении после того, как она вчера встретила аплодисментами решение из Совета Федерации. То есть надо быть осторожнее с аплодисментами, потому что у нас не филармония, не концерт Филиппа Киркорова. Алексей Валентинович, может быть, вы оказались в дурацком положении. Это вы на себя возьмите. Государственную Думу в этом упрекать не надо. Я считаю, что вчера Совет Федерации принял смелое и мудростное решение. Вам нужен скандал, а нам нужна элементарная законность в стране. Главный скандалист сидит по-прежнему в Кремле, нарушая элементарные нормы. Начинает шантаж всей страны. В данном случае занимают шантажом и Совета Федерации, и Думы, и Генерального прокурора. Что касается личных отношений с Куратовым, с кем бы то ни было, то являются его личные дела. Это совсем другой порядок рассмотрения. Доказать следственные эксперименты должны быть в рамках правоохранительных органов. Эксперименты. Вы не смейтесь. Подобные, если вы активно участвуете в подобных, так сказать, разборках, вы знаете, что следственные эксперименты проводят. А лидер движения «Наш Дом России» Виктор Черномырдин заявил, что вокруг генерального прокурора складывается опасная ситуация. Если это будет политический вопрос, что ни в коем случае не должно быть по должности генерального прокурора, это беда будет. Но тут уже целая цепочка выстраивается. Сейчас это пойдет поток, и тогда сейчас все общество наше погрязнет в этих разборках. Будем заниматься разборками и будем тут же погружаться в трясину. Это заявление лидер НДР сделал после заседания политсовета движения, на котором обсуждалась экономическая ситуация в России. Для выхода из кризиса, считает Черномырдин, правительству необходимо уже в марте достичь соглашения с международными финансовыми организациями и увеличить собираемость налогов. Экс-премьер напомнил, что только в 1997 году в экономике России впервые удалось превысить показатели 1989-го. Значит, есть кто это делал? Есть те люди? Прошли, по сути дела, от ноля. Полнейшего развала. На ближайшем съезде НДР намерена выработать концепцию выхода страны из кризиса и представить ее в правительство. Андрей Муртазин, Иван Филатов, ОРТ, Москва. Виктор Черномырдин заявил журналистам, что без участия первого вице-премьера Юрия Маслякова в переговорах с международными валютными организациями Россия быстрее бы достигла успеха. В четверг...